Эх бы за грибочками б я сходил. Да и пусть бы дождичек похлестал. Эх, да кто поверит, брат, что уж нету сил. Да и кому сказать о том, как я устал. Да и кому сказать о том, как я устал. Ты скажи отцу, он всегда с тобой. Подними глаза от земли до всинь. Эх, да ничего, что стоишь босой. Он тебе поможет, ты лишь попроси. Он тебе поможет, ты лишь попроси. Он тебя утешит, слезу смахнет, медом да водицею напоит. Ты свечу зажги, да глаза закрой. Он тебя, бродягу, за все простит. Не забудь, родной, что отец с тобой. Подними глаза от земли до всини. Эх, да ничего, что стоишь босой. Он тебе поможет, ты лишь попроси. Да просишь ты, веря, что будет так. Всякому просящему дастся, верь. Всякому стучащему отворят, хоть и заперта на семь засов дверь. Всякому стучащему отворят, хоть и заперта на семь засов дверь. Там, за этой рощицей, монастырь. В нем живут монахи, блюдя устав. Ну а я, бродяга, забрел в пустырь. Да и заблудился там, в густых кустах. Жизнь, подруга странная, сам суди. То бальзам на сердце, то спазм в висок, а душа томится в моей груди. Эх, не свернуть с пути бы, да успеть бы в срок. А душа томится в моей груди. Эх, не свернуть с пути бы, да успеть бы в срок. Эх бы за грибочками б я сходил, да и пусть бы дождичек похлестал. Спасибо, Господи. Во славу Божию. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лавровские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Здравствуйте. У нас вновь в гостях Владислав Васильев, город Рига. Интересная песня. Такие образы. Образ ты выбрал, да? Пошел за грибами, попал в монастырь, да? Ну, у меня так отложилось. Ага. Немножко не так, но, не так. Наверное, она о том, что действительно вот как-то жизнь наша такая совсем непростая штука, и особенно когда там человек пытается начать жить правильно, по-христиански, то, наверное, чувствует, что он встает как бы чуть-чуть посреди течения и начинает противостоять. Вот. Угу. То есть обычно все течет в другую сторону. И, конечно, от этого сложно, ты начинаешь падать, и уныние тут все нападает. Ну и вообще жизнь такая. Поэтому вот утешение-то где нам найти? Ну вот,
к Богу. На горе имеем сердца. Вот как-то вот об этом хотелось сказать. Что грибочки – это образ такой, да? Когда ты можешь в лесу просто походить спокойненько и подумать о духовном, потому что в жизни обычно, когда вот такой цикл непрерывный, бежим, 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 как бы и некогда, а надо. Спасибо, Господи, а вот у тебя фамилия Васильев. Васильев. Я по матери тоже Васильев. И у меня храм сейчас, вот настоятель храма, святитель Василия Великого. Вообще у меня все Василии были в роду, потому что деревня у нас Васильевых. Угу. Ну, раньше деревня, один дед Васильев, прадед. Да. Потом начинают, значит, у него рождаться дети, внуки, они все расселяются, им строят новые дома, и получается целая деревня Васильевых. Угу. Ну, деревня Материнская Трубичина в Тверской области. В Тверской области? Да. У меня отец из Тверской области тоже. Да? Да. Вот под Благое Трубичина, ну, видимо, может быть, тоже мы какими-то... Тоже Васильев, да. Да, может быть, говоря, связаны. А вот интересно. Потом, после передачи, выясним. Вообще, да-да-да. Может, мы родственники. Да, может быть. Как раз, ну, фамилия-то по отцу, да, у меня точно. Оттуда Тверская область. Очень интересно. Ну, вот, интересно. А что, вот, когда ты готовился к передаче, какой-то у тебя в голове вот возник такой цикл, да, как бы... Как, такая, как повесть, да, музыкальная? Ну да, как сложились эти песни. О том, что, чем ты занимаешься, о том, что на душе, о чем можно поделиться, да? Да, ну, в принципе, эти песни, наверное, они вот как через песни авторы раскрываются. То есть обычно человек пишет о том, что у него на душе, что на сердце, да, вот что хочется сказать, и тут как-то вот... То есть поделиться, вот, да? Поделиться, потому да. Потому что мы еще говорили о талантах, да? Угу. Да, мы говорили. Я вчера, открою секрет, я вчера усиленно молился. Вот. На меня такой был какой-то нападки очень сильные. Я взял Евангелие, стоял на коленях, очень усиленно молился. Положил голову на Евангелие, просил Господа, вот, чтобы он наставил меня на путь истины. Вот. Научил жить в правде, в вере. Вот. И потом я как-то думаю, вот, ну, молился, молился, потом открыл Евангелие. И открыл, и первое, что читаю, это притча о талантах. Я не знаю, как это расценивать. Вот. Я начал ее читать, я же ее читал. Вот. И начал думать, кто я вот из этих людей. И в чем талант? Подумал, кстати, про передачу. Может быть, Господь дал талант, и, может быть, Он тоже хочет от меня, чтобы я и сам помогал, ну, другим людям раскрыться и вот дать возможность проявить свои таланты. Потому что вот я сейчас езжу, вот недавно в Обской был, в Беларуси выступал. Сейчас меня приглашают в разные места, и меня узнают. И благодарят люди. Отец Анатолий, спасибо вам за передачу. Вот. Я говорю, да что вы, вот, тоже медные трубы такие, искушения. Но я очень рад, что люди слышат, и им нравится эта передача. И они, это не какая-нибудь такая вот популярная музыка, а это от души, это их затрагивает, это их приводит к Богу, ну, заставляет их размышлять, вот как твои песни. Очень важно. Про да. грибочки. Вот у тебя такая манера говорить тихо-тихо так петь, и когда в ней входишь, слушаешься песни, начинаешь вот проникать в эти образы. Ведь можно же орать в ухо, да, человеку, угу. и он тебя не слышит. Не слышит. Вот как ребенок, да? Да-да-да. Ему чем больше на него наезжаешь, он зажимается, закрывается. А когда ему тихо говоришь, уверенно, он начинает слушать. А, ну вот мне показалось, что это такой хороший способ... Когда говорит, человек говорит шепотом, к нему прислушивается. Угу. Да, это такая манера. Ты это выбрал точно. Такую манеру, да? Ну, может быть, даже не столько выбрал, как бы особенно не выбирал, она такая вот у меня легла. Как, ты сам по себе такой, да? Я все-таки не какой-то музыкант профессиональный, я вот именно, как вы сказали, от цехи, то есть никаких школ музыкальных не заканчивал. Когда-то мне дали гитару, и вот я научился этим аккордам. Ты как просто... бы так скромно, так...
Да. Немного ну, неуверенно, но да, вот, о главном. Немного неуверенно, но о главном, да. Спой еще что-нибудь. Следующую вот песню я спою про весну. Может быть, не совсем она в тему по сезону, но весна она... Ассоциации с Пасхой, да, всегда. А Пасха у нас... Песня называется «Наступила весна». Метели прошли, отзвенели капели, первый ландыша лист ввысь глядит из земли. Наступила весна, и скворцы прилетели, возвратясь с теплых стран, да на гнезда свои. Я гляжу в небеса, мне куда возвратиться, Боже, дай осознать, где же дом мой родной, то ли здесь, на земле, где пришлось мне родиться, то ли там, за чертой этой жизни земной. И томится душа, словно мощь под спудом, сомневаясь, ища до поры заперти. Только б нам не забыть, кто мы здесь и откуда, и зачем в этот мир дал Господь нам прийти. Черный дрозд прилетел, и в связи с возвращением своей трелью весь двор в пять утра разбудил. В предрассветной тиши ввысь летит его пение каждой клеткой своей. Я пою вместе с ним, эх, и мне бы воспрять, да и ввысь устремиться, и про корни забыв, воспарить к небесам, да взлетев не упасть, веря не усомниться, эх, и где же тот край, заповеданный нам. И томится душа, словно мощи под спудом, сомневаясь, ища, до поры взаперти. Только б нам не забыть, кто мы здесь и откуда, и зачем в этот мир дал Господь нам прийти. Только б нам не забыть, кто мы здесь и откуда, и зачем в этот мир дал Господь нам прийти. Метели прошли, отзвенели капели, первый ландыша лист ввысь глядит из земли. Наступила весна, и скворцы прилетели, возвратясь с теплых стран, да на гнезда свои. Вообще, Господи. А у нас на дворе лето Господне. Приехали в Петербург с женой, да, Еленой. Еленой, да. Спасибо, Господи. Спутешествовали. Господь нам спутешествовал. Прекрасно, да, добрались. Слава Богу. Посетили святые места здесь, в Петербурге. Уже побывали, да. К Иоанну Кронштадтскому приехали. Причем, ну, как с искушениями обычно все такие хорошие дела происходят. В таких пробках сумасшедших. 8 километров, наверное, ехали мы 2 часа. Вот так, из центра. И до Иоанна Кронштадтского где-то, наверное, в 7:30 уже. Говорю, наверное, все закрыто. Ну, давай подъедем, ну, давай. Вот подъехали, забегаем. Говорят уже, ну, все, все, закрываем. Ну, вот. Последняя минутка. Зашли. Вы говорите, мы извини, пустите, мы долго ехали. Даже этого не успели сказать. Это, наверное, батюшка Иоанн Кронштадтский нам вот помог и сказал там ребятам, говорит, это из Риги, пропустите. Так что мы, да, так, слава Богу. Успели приложиться. Успели приложиться, да, помолились, и слава Богу. И выходя уже все, там уже табличечку поставили, что все закрыто. Так что вот там как-то
Отец Иоанн спутешествовал тоже через эти пробки. Ну, передача продолжается. Хотелось бы побольше послушать музыки, да, в этой передаче. Но вторая, так сказать, часть более музыкальная. Что там вот по, дальше по репертуару? По репертуару дальше у меня такая песня тоже. Ну, тоже, наверное, о природе частично. Называется «За окнами лес». Она у меня такая довольно редкая в мажоре, поэтому тем она для меня ценнее, наверное. С первым светлым окном просыпается дом, с первой яркой лампадкой просыпается Божий храм, трели птиц и жужжание пчел. Все слагает Творец в один аккорд, с первым взмахом крыла, только полный вперед. А за окнами лес, перелески, поля. Ото сна пробуждается наша земля. Утренний ветер, проснувшись, играет с листвой. И край небес розовеет, и вышел уж дворник с метлой. С первым светлым лучом просыпается день, с первой теплой улыбкой просыпается город мой, с первым стуком колес поезд вновь начинает свой разбег, проводник ставит чай. Эй, народ, не скучай! А за окнами лес, перелески, поля, и красавица Волга течет, берегами маня. Старая церковь, деревни вокруг, да на том берегу. Не оставляй меня, Русь, я дышать без тебя не могу. Сколько вылилось рек и дождей в океан, но однако ж все скажут, берега и до ныне там, где границы души, вроде в теле, а вроде нет. За вопросом вопрос, где же спрятан ответ? А за окнами лес, перелески, поля, и любовь всеобъемлющая, безгранично, друзья. Значит, и нету границ у сердец, что вмещают ее. Вот бы сподобиться, братцы, чтоб так же расширить нам сердце свое. Вот бы и мне для любви воспитать сердце свое. Вот мы, русские, все приспособим, да? И блюз, и рок-н-ролл, и все что угодно. Да. В себя запустим, переварим, и, сказать, и можно и о духовности петь, правильно же? Да, конечно. Да. Тем более, а вот сейчас как с молодежью разговаривать, да? Они не понимают другого языка. Для них это скучно, какие-то народные песни, или духовные какие-то канты вот эти, долго. А вот долго, немножко добавишь ритма. Но смысл, вот такое получается миссионерство. Можно мысль донести до них именно в таком формате, так, как сейчас говорят. Да, в доступном, приемлемом для них формате. Потому что гитару, они все на самом деле берут гитару и пробуют. У кого-то получается, у кого-то нет, но все любят гитару. Или гитара, или клавиши. Вот, в принципе, наверное, такие две. А вот еще вопрос хотел спросить. Там у вас телеканал «Союз» смотрит в Прибалтике? Смотрит, да, смотрит. Есть. То есть как передают его кабельные ниточка, сети. Да, вот такая? Обязательно. Прекрасно. Вообще это очень, вообще просто великолепно. Это то, ради чего стоит включать телевизор этот канал. Ты можешь передать привет, вернее, пожелание. Рига, привет. Всем привет. Нашим волонтерам всем привет. Да. Прекрасные ребята у нас, конечно.
Как-то, слава Богу, так вот Господь тоже собрал. Слава Богу, что мы православные. И по всему миру как бы вот рассеяны, и нас объединяет одно и то же. Да, и вот эта песня, она как раз примерно о том. То есть это образ-то, а за окнами лес и поезд там. То есть это я себя вспоминаю, когда мы с родителями ездили вот в Россию, в Москву. Потом из Москвы в Углич мы ездили. И вот ты на верхней полке лежишь и смотришь. Это красота. И Волга течет, и колокольня в Колязине стоит по центру. Знаю. Как такой образ, да, нерушимой веры нашей правой. А вот я хотел спросить, вот творчество, да, вот талант. А как там можно его реализовать? Это у вас концерты какие-то? Как вы там встречаетесь? Это что, диаспора там? Или вот в православной среде как это все существует? Это только в Риге или вот во всей там... В Латвии, ну, знаете, наверное, все-таки у нас больше, я бы сказал, такая русская песня, русскоязычная песня, да, если так говорить про Латвию. А православная тематика, она, наверное, все-таки больше при храмах, вот при воскресных школах, может быть. Ну, концерты, конечно, когда праздничные концерты проходят, там, например, пасхальные или вот... другим праздникам посвященные, если вот устраиваются епархии, то вот обязательно там люди собираются, кто поет и кто слушает, вот как-то так. То есть все это есть у нас, может быть, не так. Да, у меня вот просто есть желание вот с телеканалом «Союз» поездить по вот, вот нашему такую творческую мастерскую и передачу «Лаврские встречи». Показать участников этой передачи. Вот, а там же можно и сделать такой как бы диалог с местными, взять, вот, допустим, из Петербурга или участников и приехать и сделать на сцене диалог. Один одну песню, другой другую, какую-то тему поднять. Mm-hmm. Было бы это очень интересно. Вот возможно к вам как-то приехать? Как там встретят? Какие залы у вас? Возможности? Будет ли, соберется ли, вот, людей это заинтересует или нет? Я думаю, людей заинтересует, да. Вот такие встречи, они нужны, безусловно, нам как бы для поднятия духа, для поддержки вот нашей такой правильного крепости стояния в православной вере. А сейчас песня, наверное, заключительная. Вот, жалко, конечно, прощаться. Я понимаю, что у тебя там много песен интересных. Скопилось какое-то количество, но, наверное, я все-таки пытался самые такие, может быть, интересные сейчас приготовить. Да. Ну, а вот одна заключительная. Вот два слова об этой песне. А заключительная песня называется «Душа мытарка». Ну, вот тоже она как-то сложилась довольно быстро и, наверное, тоже под влиянием, я бы сказал, и вот слушал я и протерея Дмитрия Смирнова, очень много этих лекций, бесед, проповедей, да, великолепно, где он может вот просто о сложном сказать. И ты действительно, вот как когда Господь там в Евангелии говорил притчу ученикам, поняли что-то? Не поняли. Ну как? Вот смотрите, он объяснял, да. И вот отец Дмитрий тоже умеет это объяснить так прекрасно, великолепно. И, конечно, безусловно. Современным языком. Да, да, да. Доступным таким простым, нашим обыденным земным этим языком. Что вот для людей, которые там не воцерковлены или, может быть, мало воцерковлены, только начинают, да и порой для воцерковленных тоже, это вот тот язык, который доходит. И как-то вот я, наверное... Может быть, и под влиянием тоже этого где-то у меня эта песня сложилась. И мы ее так обычно поем, она у нас такая хоровая получилась. Ну, не то чтобы хоровая, но припев он точно, он обычно там... Сможете подпеть, я понял. Да, смело. Эх ты, православная душа, мытарка, что ж ты мечешься от страсти и до святости, коль крестилась во Христа ты? Будь же постоянно и гряди от темной грусти к светлой радости. Все знают, как год пролетает, и юность прекрасная тает, меняя свой цвет. И мы потихоньку характер меняем.
листаем страницы своих уже прожитых лет. Обычно на этом пути жизнь нам дарит подарки. И много дорог, по которым идти. И выбор всегда остается за нами. А детство счастливое тает в груди. Эх ты, православная душа, мытарка, что ж ты мечешься от страсти и до святости? Коль крестилась во Христа ты, будь же постоянно и гряди от темной грусти к светлой радости. И гряди от темной грусти к светлой радости. Как древо с годами в земле укрепляется прочно, и крона становится мощной, ее не согнуть, не сломать. Вот так же в страстях своих мы коренеем порочных, и не в состоянии становимся что-то менять. А чтоб захотеть поменять, надо просто увидеть свою пустоту и никчемность, и щеки не дуть, и это понять, и признать, и себя пересилить, и в душу, как в темную комнату, нам заглянуть. И вот заглянув, разглядеть, разглядев, ужаснуться. Потом, ужаснувшись, понять, а поняв, перестать. А после раскаяться, встать, к образам повернуться, с грехом распрощаться и жизнь навсегда поменять. Эх ты, православная душа, мытарка, что ж ты мечешься от страсти и до святости? Коль крестилась во Христа ты, будь же постоянно и гряди от темной грусти к светлой радости. Эх, православная душа, мытарка, что ж ты мечешься от страсти и до святости? Коль крестилась во Христа ты, будь же постоянно и гряди от темной грусти к светлой радости. И гряди от темной грусти к светлой радости. И гряди к светлой радости. Вот на этой песне пожелания мы заканчиваем передачу. Боже, всем помощи. С вами была передача «Лаврские встречи». И наш гость из города Риги Владислав Васильев. Спаси, Господи. Спаси, Господи.